Назначение и степень защиты. Перчатки Ампара рекомендованы к использованию во всех отраслях промышленности. Они предназначены для общепроизводственных работ со стеклом, кирпичом и другим материалом, для защиты от порезов и проколов, для проведения сборочных работ, для защиты от широкого спектра химикатов, нефти и нефтепродуктов, для работ с гидравлическим инструментом и электросварочным аппаратом. Материалы и покрытие. Универсальные перчатки Ампара подойдут для широкого спектра общепроизводственных работ. Перчатки «Ритм» и «Пульс» сделаны из нейлона и имеют тонкое защитное покрытие, что обеспечивает хорошую тактильность при проведении работ, требующих повышенной чувствительности пальцев. Самые прочные трикотажные перчатки «София» обеспечивают уверенный захват сухих и влажных предметов за счет рельефного покрытия из латекса. Перчатки Ampara 6720 из трикотажа повышенной прочности Taeki 5 с латексным покрытием обеспечивают защиту от порезов и высоких температур. Мягкие комфортные перчатки Куба и Радуга из шлифованного спилка высшего сорта защитят руки от общепроизводственных загрязнений и истирания. Утепленные перчатки Арктика сделаны из ХБ-трикотажа, дублированного поролоном и покрыты ПВХ, выдерживающего температуру до минус 50 градусов. Перчатки Экскаватор предназначены для работ, требующих высокой стойкости к истиранию и разрывам. На ладонях материал AX Quattro 8, обладающий повышенной прочностью. Легкий и гибкий экзоскелет из термопластичной резины защищает костяшки, пальцы и пястные кости от травм, вызванных механическим воздействием. Дополнительные вставки на ладони из материала Paron XID уменьшают усталость рук при работе с тяжелой техникой и инструментами, а также защищают от ударов. Универсальные маслобензостойкие перчатки обладают повышенной устойчивостью к минеральным маслам, нефти и нефтепродуктам. Они представлены четырьмя моделями, в основе которых хлопчатобумажный трикотаж, покрытый нитрильным латексом. Нитрильное покрытие может быть одинарным, двойным или тройным. Химостойкие перчатки позволяют защитить руки от широкого спектра химикатов, кислот, щелочей, спиртов, нефти и других веществ. Перчатки Зевс из неопрена и перчатки Комета из неопрена с латексом рекомендованы для работ в условиях высоких концентраций агрессивных сред. Обработаны антибактериальным раствором. Перчатки Альфа-200 на основе двухслойного латекса и РИФ из нитрила предназначены для работы в условиях средних концентраций агрессивных сред. Альфа-100 и Люкс предназначены для выполнения общепроизводственных работ в условиях низких концентраций агрессивных сред. Петра-690 – удлиненные химостойкие перчатки с нарукавником из поливинилхлорида. Удлиненные перчатки Бриз анатомической формы предназначены для защиты рук при работе в условиях повышенной влажности. Перчатки Track Extra предназначены для защиты рук сварщика от механических воздействий в условиях повышенных температур. Они обладают дополнительной защитой запястья за счет удлиненной формы раструба. Виброзащитные перчатки VibroStat оснащены вибропоглощающим пакетом AirGel. VibroStat 1 – самая износостойкая и надежная модель. VibroStat 2 – модель нового поколения с полупальцами. VibroStat 3 – виброзащитные маслобензостойкие перчатки. Эксплуатация, уход и хранение. Не допускается применение перчаток, имеющих механические повреждения, сквозные отверстия, надрезы, трещины или другие дефекты, нарушающие целостность покрытия перчатки. При необходимости перчатки можно протирать тканью, смоченной в мыльном растворе. Кожаные перчатки рекомендуется чистить щеткой для одежды. Рекомендуемая температура хранения для универсальных маслобензостойких и химостойких перчаток составляет от плюс 10 до плюс 25 градусов при влажности воздуха не более 75%. Для зимних перчаток от минус 20 до плюс 30 градусов и влажности воздуха не более 85%. Для крак-сварщика и виброзащитных перчаток от 0 до плюс 30 градусов и относительной влажности не более 85%. Перчатки необходимо хранить в проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света и контакта с химическими веществами, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.